Всем большой привет! Рада видеть вас на своем канале. Осень и зима для всех разная. Для кого-то яркая, безумно, для кого-то мягкая, пастельная. В этом видео будет все. Я в последнее время много слышала о марке Vogue. Много видео о красивущих, насыщенных, ярких фотографиях в инстаграме с хэштегом Vogue. И решила заказать к себе в арсенал эту фирму. Оттенков очень много. Я выбрала два цвета, которые сейчас на пике популярности. Этот синий цвет, который так и называется популярный синий, и цвет марсала бордо, а также мягкие приглушенные оттенки гель-лаков кошачьего глаза. Они отлично вписались в мою немаленькую коллекцию цветов. Хочется отметить их безумную плотность. Я не люблю рисовать гель-лаками, так как они растекаются, тонкие линии ими не получается. Но тут меня удивили эти лаки, потому что я ими рисовала, делала дизайн именно гель-лаком, а не гель-краской. И мне очень понравилось. Сейчас сами все увидите, я вам сейчас все покажу. Поехали! По традиции покажу выкраску новых оттенков. Вот такие приятные оттеночки я заказала. И, конечно же, два самых популярных и модных сейчас цвета. Так как будем сейчас работать на ручках клиента, у меня есть праймер бескислотный, также от Vogue. Густая база, которая хорошо держит каплю и не растекается на кутикулу и боковые валики. Финиш, который не имеет достаточной липкости, это экономит время работы и при этом хорошо блестит. Немного расстроилась, что он густой, так как я привыкла работать жидкими, но это дело привычки. Матовый финиш вельвет, который сейчас увидим в работе. Цвет Диметра номер 045 достаточно выразительный и приятный, с ненавязчивым золотым бликом. Афродита номер 046 очень полюбилась моим клиентам. Как видите, цвета очень плотные, буквально размазывая в тонкий слой, но они все равно не полосят. Это круто. И спокойная химера, номер 048. Все мои старые кошки очень яркие. Ну, не в смысле кошки, а гель-лаки кошачьим глаз. Теперь есть и пастельные, и сразу они пошли у меня на расхват. Так что берите на заметку. Отличный белый номер 101, идеален для френча и прорисовок, при этом не морщится в лампе. Безусловно, это будет моя одна из самых любимых фирм. Мой новый популярный синий номер 127, очень долго его ждала. Ставьте в комментариях плюсик, если хотите дизайн и новое видео с этим цветом. Цвет марсала номер 818. У всех воображений этот популярный цвет расходится немного в оттенках. Мне кажется, в этой фирме он близок к идеалу. И приступим к ноготкам клиента. Обезжириваем подготовленные ногти, ждем испарения и наносим праймер. Так как он бескислотный, можно не бояться попаданий на кожу. Базой промазываю тонко и тут же каплей выравниваю ноготок. Сушим в лампе. Все ноготки покрываем номером 048 Химера. Многие не прикладывают магнит на первый слой кошки, а я считаю, что так будет блик глубже. И это особо не отнимает времени. На этом этапе покрываю финишем обычным, мизинчик, указательный и большой пальчик. Остальные перекрываю матовым топом. После просушки снимаю с матового липкий слой и гель-лаком белым рисую вензеля. Ставлю каплю на палитру и удобной тонкой кистью рисуем вензеля.
можете убедиться, что эти гель-лаки отлично подходят для прорисовки. Держат тонкие линии и не растекаются. Если хотите больше вензелей, посмотрите вот это видео. Ссылку на него также оставлю в описании. Рисую поверх топа, так как буду присыпать акрилом для получения бархатного эффекта. Дизайн готов. Ссылки на материалы ждут вас в описании под видео. Если вам было полезно, ставьте пальчик вверх. Также можете посмотреть другие мои видео. Желаю всем творческих успехов. До встречи. Пока-пока.